Осень только пришла, в Хакасии уже регистрируются вспышки ОРВИ и ОРЗ среди детей. По данным специалистов Роспотребнадзора, в Аскисском и Таштыбском районах отмечается превышение эпидпорога. Речь идет о воспитанниках детских садов. Например, только в Таштыбском районе за прошлую неделю уровень заболеваемости взлетел на 130%. Простыло 37 малышей, возраст 23 из них до 2 лет. Вызывает беспокойство специалистов и АБАЗа. Там эпидпорог еще не превышен, но число заболевших растет. В детсадах действует меры профилактики. Медики с утра обследуют всех детей, при первых симптомах ОРВИ отправляют лечиться. Специалисты говорят, вспышка заболеваемости – явление сезонное, такова реакция детей на похолодание.